когда наступает этот момент, наконец-то сбывается, какое понятие может быть более завораживающим, чем идея двух людей, притягивающихся друг к другу, словно магниты с огромной мощностью? Между ними нет ничего, и ни одна сила во Вселенной не может изменить тот факт, что они объединены. Это явление действительно происходит, и не так мало людей, которые переживают это хотя бы раз в своей жизни. Здесь вода и судьба переплетаются, стремясь объединиться. Даже если кто-то попытается сопротивляться этой встрече, это невозможно. Вы, безусловно, почувствуете, когда это произойдет, но сегодня мы хотим представить некоторые магические знаки этого магнитного притяжения, происходящего исключительно между двумя душами, предназначенными друг для друга. Первый знак. Вы больше не хотите быть одни. Когда вы встречаете кого-то, и этот человек постоянно в вашей голове и в сердце, вы жаждете разделять с ней каждое мгновение. Второй знак. Все происходит мгновенно. Два магнита не колеблются в привлечении друг друга, будь то физически или метафизически. Привлечение устанавливается мгновенно. Третий знак. Открыть свою личную жизнь для кого-то – не проблема. Даже если вы человек, ценящий свои границы, вы не стесняетесь позволить этому человеку войти в ваш внутренний мир, полностью доверяя его достоинству. Четвертый знак. У вас одинаковое чувство юмора. Когда есть связь, она охватывает все аспекты. Юмор – это важное соединение, силу и влияние которого нельзя недооценивать. Пятый знак – нет непреодолимых барьеров. Когда два человека предназначены друг для друга, традиционная логика теряет свое значение, и расстояние или другие преграды не являются настоящими препятствиями. Шестой знак – физическое притяжение между вами электризует. Магнитное притяжение, по своей сути, физическое притяжение. Эротическое напряжение между вами интенсивно и электризует. Седьмой знак – вы можете чувствовать чувства друг друга. Чувства двух людей, которых судьба объединила, как бы сливаются в одно, каждый может точно почувствовать, что переживает другой. Восьмой знак – быть уязвимым – не проблема. В такой магической духовной связи раскрывать свои уязвимости не вызывает беспокойства, так как оба демонстрируют свою человечность. Девятый знак – кажется, будто вы знакомы целую вечность. Две души, неизбежно притянутые друг к другу, встречаются как старые друзья, возможно, даже пересекаясь в прошлых жизнях. Десятый знак – мнение других перестает иметь значение. Когда два человека притягиваются друг к другу магнитно, внешнее мнение становится незначительным. Критика устаревает, и только они знают, что для них лучше. Одиннадцатый знак – вы чувствуете глубокую связь. Когда жизнь так ясно объединяет вас, вы интуитивно понимаете, что здесь есть что-то глубже, чем просто отношения. Двенадцатый знак – вас сразу узнают как пару. Магнитное притяжение между вами очевидно для всех, и вас сразу воспринимают как объединенное целое. Тринадцатый знак. Между вами происходит обмен энергией. Химия – просто этикет между двумя людьми, которые не могут уйти друг от друга, и этот обмен всегда в равновесии. Четырнадцатый знак. Вы постоянно ищете друг друга. Даже среди толпы вы сразу замечаете присутствие или отсутствие друг друга. Пятнадцатый знак. Искры летят, когда вы вместе. Когда вы вместе, ваше внимание полностью сосредотачивается на чувствах, которые вы испытываете друг к другу, и в этом участвует глубокая энергия, которая постоянно поджигает пламя страсти. Шестнадцатый знак. Ваши души кажутся переплетенными. Духовность утверждает, что души узнают друг друга интуитивно, когда душевный партнер или родственная душа близко.
17 знак. Ваш предыдущий идеал партнера становится устаревшим. У большинства людей есть четкое представление о своем идеальном партнере, но когда вы магнитно притянуты, это изображение теряет свое значение. 18 знак. Вы хотите делиться всем с этим человеком. Такая особенная связь отмечена готовностью не скрывать секреты, а скорее делиться ими, признаваться и полностью открываться. 19 знак. Вы принимаете вместо того, чтобы судить. Когда вы перестаете судить того, кого любите, и начинаете видеть его с любовью, вы достигли своей цели. 20 знак. Вы легко открываетесь. Даже самые сдержанные люди, наконец, открывают свои сердца, когда их души приближаются друг к другу без колебаний, с доверием, пониманием и гармонией. 21 знак. Вы излучаете счастье от уха до уха. Когда вы так счастливы, это видно по вашей мимике. Отрицать это бесполезно. В заключение, если вы хотите привлечь магнитные связи, начните работать над этим. Не нужно пассивно ждать судьбу, вы можете привлекать подходящих людей каждый день, излучая позитивность и открываясь для новых опытов. И если вы встретите кого-то, кто вас завораживает и непреодолимо притягивает, следуйте этому притяжению без колебаний. Такие встречи создаются судьбой, которая редко ошибается. Если вам понравился наш сегодняшний подкаст, поставьте лайк и не пропустите следующие эпизоды, подписавшись на наш канал «Духовный мир». Это ничего не стоит, и мы будем очень благодарны. Большое спасибо и до скорой встречи! Если это сообщение тронуло ваше сердце и приносит вам радость, поделитесь им с вашей семьей и друзьями в группах WhatsApp и Telegram, чтобы все, кто в этом нуждается, могли быть коснутыми этой освобождающей истины. Аминь. Мы надеемся, что каждое слово глубоко тронуло ваше сердце и что вы нашли вдохновение и утешение в наших посланиях любви и надежды. Помните всегда, что вы не одни в этом путешествии, и высшая сила заботится о вас на каждом шагу, принося вам мир и утешение в моменты испытаний. Знаете ли вы, что можно увидеть изображение вашей родственной души прямо сейчас? Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кто-то, кто еще не пересек ваш путь. Есть ссылка в описании, чтобы раскрыть свою родственную душу. В следующем видео вас ждет важное сообщение. Пусть Бог и Вселенная продолжают заботиться о вас в вашем стремлении к миру, вере и утешению. Аминь.